воспитатель. Перестаньте, убери! Оно не снима! Голову пусти! Я считаю, что наш русский мир, как вас и Россия, должны бы соединиться. It's May the 1st, and pro-Russian rebel Lenin is taking his men to secure the Donetsk prosecutor's office for the separatist cause. Осторожно! Отойди! Флаг сюда! Флаг! Флаг сюда! Флаг республики сюда! As Lenin celebrated, Ukrainian officials and police were being rounded up and escorted out of the building. With this latest takeover, eastern Ukraine's second largest city, Donetsk, enters into the hands of the pro-Russian separatists. Headquartered in the regional state administration building, the pro-Russian rebels were forming their own local government and calling themselves the Donetsk People's Republic. In 11 days' time, they have decided to hold a referendum on the independence of Donetsk. Референдум состоится 11 мая. Вопрос на референдуме остается неизменным и звучит следующим образом. Поддерживаете ли вы акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики? И варианты ответов, да или нет? Здесь люди готовы за свободу умереть. Мы должны стать независимыми. Мы должны сами самостоятельно жить. У нас есть для этого все возможности, а главное, мы так хотим. Это мы и делаем, нет ничего другого. И не может быть. Смех, улыбка, и тогда все будет хорошо. Even though the makeshift parliament consents to hold a referendum, there seemed little doubt as to where the loyalties of the participants lay. The removal of the Ukrainian authorities from Donetsk left a power vacuum as well as a city to run. Various people and groups are now vying for positions and power within the would-be republic. Там 15 вагонов прибудет митингующих еще плюс к этому парку Щербакова. 16:23 на ЖД прибытие будет. Repositioning himself in the new republic is Roma, a former builder and now the republic's head of security. Декларация. Печать даже очень символичная. Главный специалист отдела по вопросам борьбы с коррупцией. Да. Короче, взяли мы сволочь один боевой, понял? Угу. Надо за него денежку отдать. Эти наши финансисты сказали только через тебя все решать. А сколько? Ты ж мне хоть потом принеси, покажи его. Или он тут у тебя с собой. In the run-up to the referendum, volunteers have been joining the cause.
and people have taken to the streets to show their support for the People's Republic, as well as their hatred of Ukraine. Приветствовать. Скажите мне, у кого нет родственников в России? А у кого есть родственники в Евросоюзе? Ну, то есть давайте мы просто сопоставим вот такие позиции. Когда вам говорят, что там, где ваши родственники, это враги и оккупанты, это называется оскорбительно для меня. А вот знаете, так не получилось, что в Евросоюзе есть. Радостно, что кто-то нас будет заботиться за нас. Только Россия дает нам шанс выйти в светлое будущее. Но точно не Евросоюз. Чтобы не было войны, чтобы молодые пацаны не гибли из-за всякой фигни. Amongst the pro-Russian supporters, only a few pro-Ukrainians have been brave enough to come out and express their opinion. Мы тоже не хотим войны. И это уже очевидно, что именно их вот сегодня ты да хочешь, не понятно, не, послушай меня. Скажи, сколько твоя мама завтра, получает? Когда мама может, твоя останется, подождите, солнце, в таком случае переезжайте жить на в Киев, я дома у себя. И честно говоря, в Россию, моя семья мы России. Хотим здесь жить, это мы хотим быть восточной Украиной. Мы жить хотим у тебя на Украине, мы не говорим присоединиться. Не присоединяйся. Девочки, вы за демократию? Что, не надо быть женщиной? В общем, мы всецело поддерживаем Украину и хотим, чтобы Украина объединилась и была унитарной. Мы за Евросоюз и за Украину. Сколько процентов в школе поддерживает ваше мнение? Ну, процентов 50-60 поддерживают. Меньше процентов поддерживают Украину, потому что вокруг такие бесчувственные люди, которые просто не хотят понять. Идите отсюда! Фашисты недобитые! Русские идут, не испугавшись пуль и ран. Русские идут и призывают всех славян. Русские... Я не подумала, я надела замшевые сапоги, которые сейчас босую. Русский марш забирает на марш. А чего ты красный суешь в синий? Синий, белый, красный. Да ладно уже. Синий, красный, белый. Красный снизу. Лёш, красный снизу. Лёш, красный снизу. Блин. Получается все равно ровненько и красивенько. Пизда, блядь. Рефе, рен. Рен забыл. Оставлять вот так вот? Посмотри. Не, нормально, нормально, ничего страшного. Нормально, видно зато. Ты думаешь, что стоило валики забирать, да? Да. Ты их отмоешь? Meanwhile, on the 11th floor of the administration building, Рома was doing his own bit for the cause of the Donetsk People's Republic. Сюда заходите, втроем садитесь. Личные вещи, нет, сюда личные вещи, Ростов, сюда, давай. Сейчас на подоконник езжай, смотри. Все, и вышли, пацаны, вышли отсюда. Дверь закрыли на замок. Сейчас, давай, все, давайте сюда, сейчас еще вещи. Слышь, знаешь, по сути написано даже, блядь. Это тоже... Двери закрывай. Сейчас, давай рюкзак сюда, блядь. Это ваше, да? Объясняли уже 20 раз. Как... 21, пожалуйста, хорошо. Объясните. Это мы просто обменяемся стикерами. У нас это коллекция. А если ты коллекционер, да? Да. Нахрена тебе вот куча вот этих
Я его могу... Ну вот я изменяюсь с тобой, я тебе там... На, вот тебе одну, ты мне одну. Мне дают... Я не буду таскать мнение. Можно опять не ответить? Вы же должны понимать, если вы не глупые люди, что вот это вот эти даже бумажки возбуждают. Даже нарисованы. Вот возьмите, порвите их сами. Зачем? Зачем? Ну ладно, это хотите отсюда уйти или чтоб нет? Чтобы ты отсюда ушел, не коллекция. Какая коллекция? У тебя коллекция организм. Хочешь сохранить свою коллекцию? Да. Если тебе дороже бумажки, чем здоровье, можешь оставить их. На. Все? На. Ну. Так лучше? Давай ближе ко мне. На, смотри, маме стоит, это все нормально. Слава Кирский, Денис Викторович. Алло, да. Алло. Славу. Слава Тинский. Алло. Я А. Нет. Да. Мам, все нормально. Да. Какая собака? Ну что у тебя руки дрожат? Ты боишься чего-то? Например. Это твой, да? Что-то Олегу показывал. Ты есть на фотографии? Где? Вот тут. Где флаг правого сектора и Украины? Вот эта фотография. Да, есть. Начинай молиться, друг. Я флаг не держу. Федерализация. Я что говорю еще раз. Я, по сути, не кровожадный, я люблю справедливость. Если вы заслужили того, я бы сам лично вас дубиной колотил. Ну, вы... Так, по сути, скажу ни о чем. Вот конкретно ваша троица, вы ни о чем. Бумажки вот эти оставляйте тут. Забери свои карточки. Ух ты! Я считаю, что они не опасны для общества. Просто люди имеют свою точку зрения, высказывают ее. Я не считаю, что это заслуживает того, чтобы их били или еще что-то. Сегодня хоть пьяный я, но выпью до дна. Сегодня мне можно, я рад и не рад. Сегодня гражданский я, а завтра солдат. Мы же не за коммунизм боремся. Мы боремся за свою свободу. Чтобы мы сами могли распоряжаться теми ценностями, которые у нас есть. Так что... Где-то так. Ты, мама, не плачь тогда, сын погиб как герой. События в Одессе вряд ли кого-то могут оставить равнодушным. Это ведь за цивилизацией и культурой Майдан так рвется в Европу. It's May the 3rd, and news has reached Donetsk of an arson attack in Odessa that killed 38 pro-Russian supporters. Many in Donetsk fear they may suffer a similar attack by the pro-Ukrainian right-wing organization, the Right Sector. Ну вот люди, которые падают сверху, они их добивают. Смотри. Видишь? Добивай. Держи. Еще раз, еще раз. Если ну этот не лучше не закалывай. Потом что-то вот придумаем, короче. И после этого с ними надо цацкаться. Подозрительных ловите, бейте. Ловите их и бейте, убивайте. Бейте их, давить надо, душить этих фашистов. И пускай эти Ляшко там, блин, знают что. Подохнут они все, блин, твари. Корреспонденты, убери их в другую сторону! В другую сторону! А ну не снимай! Знали, когда в Одессе убивали? Жали! Почему они не снимали? Сволочи! In response to the new climate of fear, Roma has rounded up two members of a local Maidan self-defense unit. These are activists who led the resistance against the regime of ousted pro-Russian president Viktor Yanukovych. Что там, радовались ваши, когда Одессу жгли? Голову опусти им! Я хотел сразу вопрос. Голову опусти им! Задавай вопрос. Какие-то результаты? А за Одессу кто ответит? Стрелять? Это была провокация. Провокация? Руки опустите. Женщин жечь, блядь, да? Бери. Это была провокация. Непонятно, по чьей стороне. Это была провокация. Если ты помолчишь, Андрей.
У нас есть шанс отсюда уйти. Я говорю, как если ты помолчишь. Хорошо, пожалуйста. Одесса – это шок для всех. Шок для всех. Тихо. Если вы хотите обвинить меня, я вам отвечу цитатой. Мой первый сын родился в Донецке, теща у меня в Донецке. Ребята, все не так просто. Нельзя так просто. Meanwhile, Lenin is displeased with how things are unfolding in the new republic, as well as his inability to obtain a position of power within it. In a bid to raise his profile, his group are planning a raid on the Donetsk SBU building, hoping to take it for the separatist cause. Все сюда ко мне собрались. Последняя информация. В СБУ нас уже ждут. But Lenin and his men aren't the only group planning on looting the security building. Пока за машины речи не ведем. Во, сейчас освобождаем, все. Потом за машины сейчас. Стас сказал, сейчас будем разбираться с машинами со всеми. Нет, только сейчас баррикады настроены. Unable to find anything useful for the rebel cause, the purpose of Lenin's mission is falling apart around him. Алло, да тут нет никого, его вывезли уже 100 лет назад. Уже это ж какой, третий штурм. А какое тут может быть оружие уже? Так что тут ничего нету. Нахуя тут надо было ставить охрану, если, блядь, все разгромили один хуй? Пиздец, блядь. Пацаны, вон они тушили, там топоры. Топоры есть? Да. Пошли пару машин. Да, машины сказали не трогать. Машины не трогать. Ну, договорились, что машины не трогать. Да ебать, пару джипов нормально. Пошли. Что, Андрюха? Идем отсюда. Поехали, блядь, в пизду. Нехуй тут делать, блядь. Нахуй, он, блядь, закрыли гараж, блядь. Этот закрыли гараж. Давай, все, открываем. Что тут стоять? Что тут ждать, нахуй? Единственное, что я не знаю, блядь. Ну, машину бы, конечно, выгнать не мешало бы нам. Back at the van, it turns out it's not just the security building which has been looted. И щиты вот, ну, на сон, два штуки, нахуй. Потому что здесь толпа вил подвалила, блядь, надо было всем ну, дать. Наши все на месте или нет? Нет. Щиты лежат. Алло. Щиты что лежат? А скажи мне, Семен, у тебя там щиты лежат? Сука, мне так нравится, нахуй мне это надо, блядь, все подряд лезут. Вот положили нодовцы, надо было, блядь, прийти и забрать эти щиты. А так, блядь, прибежали, блядь, давай, всем надо щиты, потому что бежать. Кто шо, вот, блядь, пиздец, подписывать надо все. Пизда, блядь, сука, сейчас, сука, по позвоночнику заеду, блядь. Robbed of their kit, Lenin has lost his favorite baton. Где дубинка моя? Дубинка? А я ж не знаю, мы же оставили бусики, получается. Я свое оставил и то, что ты давал. Ну пиздец, ебать его в рот, нахуй. With tensions still running high in the city, Roma takes to the streets to manage the checkpoints around Donetsk. Ключи зачем придумывают? Чтобы их ломать. Правила зачем придумывать? Чтобы их нарушать. Какая работа была? Плитку положил. Я ж тебе говорил. А Сталин, по сути, он много очень хороших вещей сделал. Очень. А? А что, ты не видел? Как он факт. Обойма здесь. Обойму я выложил, да? Ай-яй-яй. Повезло, Питеру, повезло. Смотри, как уходит собака, ёбаная. Ай, бачек, взял с собой что-то. Видал, какой я, блядь, предосторожный. Даже, блядь, повылаживал и все, блядь, оставил, нахуй. Ладно, возьмем. Как же ему повезло, а? As Roma arrived at the rebel checkpoint,
Again, the divisions and disorganization amongst the separatists were becoming clear. В разведку. Два часа, сука, по посадкам, блядь, в магазинах, весь в дерьме приехал, блядь. Благо не нашел и выжил. Ты улыбаешься, а тут не до смеха, блядь. Все ходят и герои по цивилям и зубы в наколках, блядь. Да дело доходит все в кусты. И никто не подошел сюда. Пока пацан в посадку не съебался, а потом сбежались. Успокойся ты. Все тебя услышали. Чего ты такой кипишь? Не, просто за них никто не пирается, Ром. Что это было? А? Что это было? Перехват. Кто-то пытался. Кто стрелял? Без обыска проехал. Где? Да, да. Конечно, извините, у меня ребенок, теперь я еще плакать буду. Что я буду потом дальше делать? Извините. А что, если на машине оружие везут? Я согласна, что вы правы, конечно, со своей стороны. Но просто они, там стояла аварийка, мы ее объехали. Девушка, просто если, допустим, вы с ребенком едете, да, вы притормозили, у вас может остановиться, вы притормозили, глянули, что с ребенком, и проезжаете. Я первый раз проезжаю, мы уже в эту сторону никогда не ехали. Все, извините, пожалуйста. Вы извините вас, конечно. Извините. Все, по местам. It's May the 9th, 2 days till the people of Donetsk vote on their city's future. A rally led by Vladimir is taking place outside the administration building. Но об этом знают и они. И у нас осталось 2 дня. И с этого дня начнется народно-освободительное движение Украины. Фашизм не пройдет! 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 Фашизм будет разбит! Мы победим! Ура! Ура! Беспредела, который был в 90-х. Вот просто скажите мне, кто из вас здравый? Чем вы от кого отличаетесь? У вас даже на слуху отжать, изъять, забрать. Все. А попробуй приехать и договориться нормально с людьми. Объяснить просто ситуацию, пацаны, блядь. Ни копья у батальона не попросил, ни на бензин не нашел. Ну все, о чем ты несешь? Так, ребята, хорош. У меня люди работают. Да я вашу мать, я сказала. Вы базарите. Люди приходят новые, слушают. У них это остается на слуху. Вы создаете репутацию своими действиями и словами. А какой кабинет? Кабинет какой? Рома, сегодня это конец истории? Ну, даст Бог, то конец. Это... Мирный конец. И уже и спрос не нужно будет ничей. Донецкая республика обратится с просьбой официально уже. О вводе войск и все. Проведем зачистку по всей области. По Луганской, по Донецкой. Выставим свои границы. Все. Гудбай, киевляши. Скоро я буду плакать от счастья. Это круто. Наши деды отстояли. И прадеды от этих фашистов. А теперь наши мужья. Делаю то же самое, поэтому эмоции просто переполняют. Later on the same day, the count was announced. 89% voted in favor of the Donetsk People's Republic. However, there was no independent verification of the polls and no independent monitors. Они не признают сами. Будем решать свою судьбу. Судьбу Донецкой Народной Республики. Ура! Ура! Ура!
У нас теперь с вами предстоит очень много работы. То есть первая задача, которую мы ставили себе, выполнена. Референдум проведен. Донецкая Народная Республика появилась, утвердилась, короче. Приняли вот это решение. Сейчас. With the referendum over, the self-appointed government of the DPR begins selecting people for government positions, leaving many hopeful for an appointment within the new republic. Ну пока предлагают министром культуры. Ну я сказала, подумаю. Оно мне надо, я без пяти минут пенсионер. Хочу покоя уж. Хочу покоя, на нет, покой Таня, хочу. На министра культуры нет, это кто-то должен быть, друзья. Да нет, мне сказали, что я справлюсь. Да? Да. И знаешь, кто сказал? Большой человек. Я не буду сейчас просто на камеру, это не надо. Also hoping for recognition of his work in the Republic is Lenin. У вас будет какой ролл в этом? Ну, не знаю, посмотрим. Это как будут распределены обязанности. Я не рвусь за ролями. У меня есть свои люди, за которых я отвечаю, с которыми, в которых я уверен. Сегодня Совет голосовал за 29 депутатов и нескольких их помощников. Таким образом, каждый день делается что-то для строительства государства. However, not everyone is happy with the decisions the new republic are making. Да ради бога, ну не выберите и не выберите. Я шо, мне 100 лет это впало, по большому счету. Я вообще-то 20 лет в пророссийских организациях, а вот вас я не видела. Ни одного раза. Lenin has also found himself cut out of the new political landscape. Disillusioned with the course the revolution has taken, the likelihood is that him and his men will be kicked out of the administration building. Люди получили оружие, чувствуют себя богами. Не нравится, Володя, твое правительство. Кому? Да всем. Я тебя знаю больше 20 лет. Я же знаю, как ты можешь языком мести. Мести? Да. Андрюш. Да, очень. А что случилось? Кто? И вся область говорит, вы что, ёбнулись? Что у вас творится, блядь, там в вашем правительстве, нахуй? Вот вас называют пауки. Что вы только под себя гребете, под себя. Что именно гребем? Вы нас не финансируете ни капельки. Вы хуйню тут заряжаете такое, что просто с ума сойти. Знаешь, что сказал? Андрюша, у нас есть финансирование. Знаешь, что сказал? Выкидывают вас в окна. Ну, есть какой мандат. Были выборы, допустим, народные выборы. Я тебя ждал в Красноярск, повезу, кину на баррикады. Не надо никого возить. И посмотрим, что ты будешь делать. Срать начнешь сразу же. А ты сейчас начнешь желание загадывать с твоей бороды. Я тебе говорю, ты пиздобол, блядь. Больше 20 лет я тебя знаю, нахуй. А вы тут лоботозите! Кому, блядь, флаг ставить? Кому или тому, блядь? Пацаны, вы со Славянска? Нет, с Китаем, блядь! Вы кто-то сливаете нас, блядь, конкретно, блядь! Мне это настохуело! Будем вас лечить, блядь! А давай мы сегодня уйдем. Собрались, слушай. Народ, а что, нас сегодня возьмем, как он оказал. Кто бы Владимир Ильич бы сделал? Добрый Владимир Ильич перестрелял бы всех. Время начало 10. Мы дальше будем сидеть. В смысле, куда выдвигаться? Мы едем в сауну. Блять, не издевайся, я говорю, блядь, ну нема настроения, нахуй, вообще, блядь, пиздец. Пись! Ебать! Поехал я нахуй вообще домой, блядь. Подожди ты, поехал. Да ебал я все в рот. А политика – это проститутка. Кто больше даст, и все.
Бородай Александр Юрьевич. По-моему, надо просто обращаться. Здравствуйте, друзья. Что я вам могу сказать о себе? Спасибо, Антон. Что я вам могу сказать о себе? Фамилию мою вы слышали, Бородай. Это украинская фамилия. Дед у меня из этих краев, с юго-востока Украины. Но сам я родился и вырос в городе Москве. Там же закончил Московский государственный университет. Я считаю, что наш русский мир, Донбасс и Россия, должны бы соединиться. И я сделал все для того, чтобы это произошло. With the referendum, Donetsk has seen a massive political shake-up. The pro-Russian Vostok Battalion, made up of both Russian and Ukrainian citizens and reportedly supported by Russian intelligence, has moved into the city. Their task has been to clear all the other rebel groups out of the administration building, in a move which they claim is to stop looting. Что вы сейчас будете делать? Ничего. Мы свою задачу уже выполнили. А что у вас за задача была? Надо было взять под контроль администрацию. Повтори. Сюда мы приехали по факту о мародерстве. Вот сейчас руководство разбирается, устанавливается истина этого сообщения, администрация, точнее здание, продолжит свою работу дальше. As for Roma, he has fallen foul of the new situation. With his brand of racketeering now unwanted, he has gone into hiding after an attempt on his life. Подошел к окну на кухне, увидел, что дом окружают люди с оружием, да. Сестра, мама и жена, соответственно, поднялись же от шума, ну и спрашивают, что делать. Я говорю, что, устраивайте флешмоб, крик, шум, гам. Они начали кричать, короче, эти придурки начали очередя по дверям пускать с автоматов. Слава Богу, что никто не пострадал. Эта штука могла поиграть у меня в организме. Боженька меня хранит, это точно. Он видит мои дела. Если бы я занимался ерундой, уже бы давно потеряли бы. Four months on, and Donetsk is still the heartland of the separatist cause. A shaky ceasefire is now being observed by both sides, but that hasn't stopped the fighting or the shells falling on Donetsk. Это флаг горит. Была большая, дружная страна, а теперь ее нет. Сгорела страна так же, как и этот флаг. Русский марш собирает на марш всех неуничтоженных войной. Марш, 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 русский марш.